Так, ну вот, ребят, я оказался тут в гостях, вот меня девушки пригласили к себе домой, да-да. Специальный гость, вот такие красивые девчонки, very pretty girls. Сквид, адобо, короче, это сквид. Готовят мне девчонки, просто встретил на улице, они говорят, ты хочешь осьминогов? Я говорю, конечно, хочу. Let's go, my home. Иди к нам домой, мы тебе приготовим все, что ты пожелаешь. You want a lot of garlic? I won't kiss you. How I kiss you after it? Вот живут они здесь. Зато жилье очень дешевое. Зато жилье очень дешевое. Здесь довольно комфортно и отдельная зона. Всем привет! Ну, вы видите, да, этого человека? Я думаю, вы знаете, кто это. Сидит на паромной станции, решил время, чтобы не тратить, вот обзор сделать. Ну, видите, да, ты с таким умным лицом что-то пытается нам рассказать. А вы не заметили чего-то вот странного с ним такого, а? Что-то вот необычного, ничего не замечаете? А вот так. Билет на паром на 15:00. Сегодня это последний паром. Недолго я горевал, очень быстро нашел себе двух филиппиночек. Настроение было такое, решил проверить филиппинцев на толерантность. Честно, они меня просто чуть подостали, я решил их тоже подоставать. Весь день меня долбят своими, куда ты идешь, там, как ты вообще, как твои дела. Весь день, да слышу, что я очень высокий. Бляха-муха, а эти бухают, бухари. Hello, my friend! А эти ребятки бухают по чернушке. Суригао, crazy city, crazy people live here, only crazy, not normal, hospitable, but crazy. Они вот такие вот хорошие, но немножко на своей волне. А, братишка, hello! It's not good for me. Why? Because he is man. Old man. It's my country, don't understand. It's a man said you. Говорят, что я тут симпатичный. Гуапо. Hello, my friend. Hello. Сейчас вот мы идем, вот эти девчонки обещали мне сделать адобо. Просто встретил на улице, уже они мне пообещали сделать адобо. Я думаю, почему бы и нет. No. Thank you. Маджи сарак, please. Маджи сарак. Маджи сарак. Иса. Оху. Маджи сарак. Иса. What's mean, Иса? One. Ah. I can. How much? You have coins? No, it's okay. Вот такой рынок, блин, честно говоря, так воняет здесь. Жёстенько. Очень скользко, можно просто убиться нахрен. Что-то переливают, заливают. Купил осьминогов. Осьминоги стоят, ну, по нашим деньгам 200 рублей килограмм. Осьминоги такие добротные осьминоги. Hello, это вот такой вот рынок. Нормально делай, нормально будет. А, can you repeat? Нормально делай, нормально будет. Oh my god. Алло. Нормально делай, нормально будет, братан. Короче, не врубаются они, ребята. Раша. Россия, Это вот такой вот рынок. Ну вот, ребят, я оказался тут в гостях. Вот меня девушки тут, собственно, пригласили к себе домой. Да. I buy oil. О, now? Yes, over there. Because очень близко магазин, уже купила масло. Они мне тут готовят адобо, yes, адобо? Адобо. I especially guess, yes? Yes. Я вот специальный гость, вот они меня пригласили к себе домой, такие красивые девчонки, very pretty girls. Вот, живут они здесь. Зато жилье очень дешевое.
да, все очень скромненько, ребят, но зато и жилье стоит 1000 песо в месяц, это где-то 1250 рублей в месяц. Вот здесь у них кухня, но при этом у них... Hi, hi, what's your name? Ким. Ким. Hello, hello. То есть это просто соседи. Вот и вот у них тут общая территория. Hello, hello, my friend. Вот так вот тут, вы видите, у них. It's still before Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas, yes. You keep it all year, yeah? Yeah. Ну, короче, девчонки веселые, готовят. Show me, please, it's squid, yes? Fresh, fresh. No, show me face, squid, face. Oh, yeah, yeah. Это осьминоги, ребят, осьминоги. Вот они вот так вот выглядят. Вот они мне готовят adobo. Adobo. They cook me adobo. Adobo. Adobo, sorry, adobo. It's only Bisaya word. Tagalog. Ah, Tagalog word. Not English, yes, adobo? Maybe English, you don't know. Вот так вот все это выглядит, ребят. Сейчас девчонки мне будут готовить вот такое блюдо. Как вы думаете, как я уговорил? Да никак не уговорил. Они мне просто спросили, хочешь покушать осьминогов? Короче, хочешь что-нибудь покушать вкусного, мы тебе приготовим. Я говорю, блин, да конечно хочу. Девчули, конечно хочу. Сегодня я не попал на Сиаргао, должен был поехать на Сиаргао. В общем, там конфуз произошел, как обычно, Филиппино стайл, я это так называю. Но я, честно говоря, уже не расстроен. С девчонками познакомился, пригласили домой. Поэтому не сильно скучаю. I don't strong. Oh, yes. Ну вот, что мне еще нравится, филиппинцы, приходишь домой и вроде никого не знаешь, кроме этих двух девчонок, но чувствуешь себя реально как дома. У нас как-то вот все равно стесняешься, как-то вот ну не особо себя чувствуешь расслабленно. Здесь можно расслабиться, потому что они простые. Они вот такие, что не нужно, короче, ни понтов нету, да? Как-то вот они реально очень простые, можно с ними нормально общаться, по-человечески, без всяких понтов. Без всяких выделываний, без всяких показушек там. Не надо показывать, кто ты, что. Shy? You shy? You want a lot of garlic? I won't kiss you. How I kiss you after it? If we eat together, it's okay. No. We like Do you think it's a good idea? Huh? It's good. Like you better. I'm just kidding. Sorry. I worry. If you're shy. You know, maybe kidding, maybe no. We comfort. What is it? No. It's okay. Oh, music. Maybe dance? You wanna dance? Yes, after eat. Because I don't have energy now. Hi, Opuan. To you. To you, Moyu. To you, Moyu. My Surigao Girls Company. Today, prepare for me special dinner from squids. Адобо. Короче говоря, ребята, девчонки приготовили для меня адобо блюдо. Адобо, да, здесь очень скромненькое жилье, но девчонки очень hospitable, очень гостеприимные и добрые. Hi. Say hi from my friends from Russia, please. Hi. You cook? What you cook now? Squid. Adobo. Adobo. Короче, это squid. Готовят мне девчонки, просто встретил на улице, они говорят, ты хочешь осьминогов? Я говорю, конечно, хочу. Let's go, my home. Ты иди к нам домой, мы тебе приготовим все, что ты пожелаешь. Друзья, ну как вы понимаете, на следующий день я все-таки уплыл на остров Сиаргао. И скоро вы узнаете, что меня там ждет. Друзья, а теперь давайте на чистоту. Вам понравилось это видео? Если твой ответ «да», то возьми и подпишись на этот канал. И я тебе обещаю, тебя ждет впереди такая жара, что это покажет тебе просто цветочками. Смотрите в следующей серии. Вот,
Мотобайк, мотобайк. Мы с вами находимся на острове Сиаргао. И сейчас мы можем наблюдать замечательный рассвет. Сегодня первое утро, я проснулся здесь, и этот вид просто обалденный. Посмотрите. Я нахожусь сейчас на берегу, рядом со своим отелем. Вон он, желтенький. Это открытый тихий океан.